Вырвались мы на Кубань с Анапы на рыбалку с ночевкой, может, с двумя, там видно будет. Поставили пару палаток. Комары, короче, тут исполняют конкретно. Если не бухать, то перенести это очень тяжело. Просто ничего не помогает. Но приехали с ночевками, скажем так, с двумя. Поставили палатки, лагерь тут разбили. Вот тут у нас лагерь. Мы тут недалеко от Варениковки, рядом, можно сказать. Лодочка у нас, накачали тут все. Сейчас сомика будем ловить. Посыпали драголины, скажем так, не сет. Ну, драголины стоят у нас с лягушками. Поставили их чисто на лягушку. Уже ночь, часиков 9. Пытаемся сделать себе что-то пожрать. Чтобы времени пожрать просто не было с этими драголинами. Сережа что там делает? Сережа мясо, да, делает? Шашлык, блядь, какое мясо, ты что? Короче, Сережа будет шашлык делать. Делать шашлык будет. Пацаны тут оставили лагерь такой неплохой. Я знаю, кто этот оставил лагерь. Не буду говорить, кто. В Ютубе там пацаны ловят здесь. Ну, они смотрят мой ролик. Наверняка, как бы, место особо не палим, где этот лагерь. Да, да. Мангал мы выбросили, конечно, ребята. Мы тут поставили немножко свой такой. Ну, закопали там такие полозья. Сделали так, свой. Ну, в общем, приехали. Будем ловить сейчас. Будем досыпать драголины. Не успели, быстро стемнело. Будем досыпать еще штук 20-30 поставим. Будет видно. Короче, будем ловить. Бухать не будем, будем. Ну что, получается что-то с мясом? Что получается? Бля, жрать охота, Серега. Мы тут сегодня ни разу не жрамши. А я как будто жрал. Вон Матвей тоже голодный. Сын. Сын полка сидит голодный, короче, конкретно. Хавай помидоры. Да. О, кстати, все пожарим. Сейчас чуть пожрем, короче, и поедем, посмотрим, что там сомик. Будет он клевать, нет? Ну что, начали снимать, проверять. Вот первая америкашка приплыл. Да, такой грамм на 500, наверное. Фигня, да? Ну, пойдет, пойдет. Шкрека давай. Ага, окей, Google. Вот еще один товарищ приплыл. Видишь, какой усатый, бородатый. Да, 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 усы, усы хорошие. Запутал двойничок. Короче, лягушки работают, ребята. Что я могу сказать? Лягушки работают. Еще один попался. Что он там говорит? Меня зовут Самяра. Самяра? Маленькая Самярка. Еще один попался. Ой, бля. Сейчас нас унесет, блядь, быстро давай. Вот наконец-то кубанский сомик схватил. Наконец-то. А ну, Сережа, подними его. О, ну. Небольшой. Ну да, может, полторашка там около двушки. Ну, все равно приятно. Хороший сомик. 45 сантиметров есть по-любому. Заглотил, да, хорошо, Серега. Да. А то эти американские сомики нам уже надоели. Держи. Вот проверяем с утра, кого ночью не добили. И тишина. И тишина. Не, ну сомики сидят. Дергаем. Серега, ну что, подсак возьми, с подсаком его, наверное. Ладно, лиску поймай. Иди сюда. Подсак. Бля, тут нужен подсак. Оп, что там, мелочевка? Показывайте, шеф, как говорится. Короче, америкашки ловятся. Америкашки не дают нам тут с
спокойно побухать. Сколько мы взяли за ночь, за сегодня? 40. 40. 40-40, блядь. Да. Ну, плывем дальше. Давай, карася, сюда. Вот так вот сомики маленький шатают кусты. Маленький надёрган. Да, сел, короче, сидит. Сейчас его выдернем. Течение сносит конкретно. Короче, какая-то мелочь схватила. Что там? Мелкота вообще? Шо, ну да. Видно, трепыхнулся. Ой, да, вообще мелочевка. Хотел, лауху. Вот такая погодка у нас сегодня. Да, все, караси закончились. Надо наловить живца. Вот так выглядит, короче, наш лагерь пионерского отдыха. Костерчик горит. Тут у нас такой шалаш. Шалашовок не хватает. Шалашовок. Лодочка. Лодочка вся в грязи. Наловили сомиков. Короче, рыбалка тут только ночью. Днем тут максимум можно живца наловить. Вот что мы и делаем. Чисто сейчас живца наловим на сомика и будем выставляться. Жарко. Ночью холодно, днем жара вообще. Чистые непонятки. Рыбу, короче, убираем сразу. Холодильник наш. О, спиннинги лежат, пачка, даже не забрасывали. В палатках тоже холодно. Комары куда-то исчезли. Будь они прокляты. Комаров, короче, нет. Комаров нету. Это наш холодильник такой самопальный из пенопласта. Сейчас покажу, как тут все работает. Вот у нас рыба. Вон сомики тут загорают. Вот такие судачки даже попадаются. Ну, короче, обкладываем бутылками замороженными все это. И рыба тут хранится нормально. В общем, программа такая. Что, днем поспим, наловим живца и пойдем ставить драголины. Машину загнал. Грязь, конечно, есть. Ну ничего. Место все равно нормальное. Именно если на сомика ездить. В общем, будем рыбачить. Можно сказать, что на реке Кубань наступает ночь. И нас начали затрахивать комары. То есть вообще по жесткачу. Мази всякие не помогают. Надо просто, вот я не знаю, нету бухла уже. Это все противно. Ой, блин. Короче, сидим тут в ужасе. Бомжатники. Бомжатники, да. Поедают нас конкретно тут вообще просто. Вот ждем, пока стемнеет. Там жорево, вон Серега готовит. Шеф-повар 23-го разряда. Серега готовит, короче, жорево, блин. Сейчас что-нибудь пожрем. Ну и на сомика посыпано. Лягушек поправили. То есть сейчас пойдем. Подтемнеет. Пойдем проверять, как они там себя чувствуют. А то, наверное, соскучились без нас. А вот так выглядит американский сомик. Будущий.
Это пока его детеныш. Прикольно. Такой маленький, но уже такой колючий вообще конкретно. Колючки вообще. Жесть. Вот сейчас мы его родителей будем ловить. Отпускаем. Бульк. Ой, блин. Короче, ночь начинается. Просто охренели. Смотрим, тут такой гусь неожиданный, короче, клюнул. Что это за птица? Что за птица, не пойму. Когти аж рвёт. Да, вообще, вот такие когти вообще, как у этого, у дракона, блядь. Страшная, вон фильм этот, «Чужие». Фильм ужасов, короче. Сейчас ее будем отпускать, короче. Это зверюга вообще ужасная. Страшная, страшная зверюга. Давай. Пока, пока. Тихо, все, все, сиди, сохни. Сиди, сохни, да. Не, ну хоть видишь, поняла, что это. Ох! Нефиг чужое брать. Да, ну, чужое не трогать. Короче, ее не учили, что чужое трогать нельзя. Ай, вон она сидит уже. Валим пустая. Да, валим. Птичка, до свидания. Спасибо. Где? Мать твою за ногу, блядь. Устроила нам тут. Сама жрачку добывать. Кипиш, блядь. Короче, какая-то цапля или хрен, что его знает, не знаю. В общем, птичка нам тут выкинула. Так она нас пугала, блядь, вчера, как мы чуть не этот, не обоссались. Да, она там сама обоссалась, наверное, птичка. Он сидит. Ладно, пусть живет. Нехай живе, как говорят на Кубани. Ладно, поедем проверим, может, тут сомики попались. Вот, началось, наконец. Сомики пошли вроде. Давай, блин, наш спину схватит опять. На базу. Пойдет. Ну, еще что-то плещется. Может, еще ряд. Вот так сомик шевелит. Да. О, о, о. Дай малыш. Подсел, да. Ну, может, малыш. А ну, Серега, протянись туда чуть-чуть. Короче, сейчас берег будем снимать. Берег ныкается, но не получится, да. Так снять. Ну да, если куда-то в корни уходит. Все, а давай снимай, что там? А? Снимай его, что? Что с ним церемониться? Крупно он бы сейчас ту ветку нахер рвал бы. Блин. Как? Сейчас посмотрим, ну, блин, что там за товарищ сел. Да, в корень куда-то лезет, в корневище. Что там за шнеготень? Сейчас посмотрим. Мелочь, да, мелочь вообще. А? Вообще мелочевка. Ну вы поняли, тут рыбалка какая. Мелочь, мелочь. Кубань выглядит сегодня вот так с утра. Вот типичный такой вариант. Сомик подсел. Качает веточку. Покажись. Ходит. Покажись нам, покажись. Ходит, короче, потихоньку. Ну да, надо его чуть напугать, чтобы он показался. О, напугался. Малыш. Короче, американский тоже сидит. Шевелит, шевелит. Он веточка ходит. О, давай, 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 разгончик. Вон усы показались его. Ладно, будем брать его, что тут на него смотреть. Видно. Короче, небольшой опять. Да блин. Цвет такой лимонный у него. Хорошо взял. Сожрал хорошо, попробуйте отцепить его. Возим вот такие вот
для него эти хирургические инструменты. Так, как бы сказать. Ну, примерно так. Становится жарко. Короче, будем, наверное, собираться. Да, блин. И валить отсюда. Жарковато. Ну, падла, не хочет открывать и все. Так, некоторые стригут им колючки почему-то. Ну, по-разному. Самое интересное, что было на этой рыбалке, что мне понравилось. Гонячок, это даже не сомик. Мне больше всего понравилась вот эта цапля ночью, которая хапанула. Вот это было, да. Ну вот результат рыбалки, скажем так, сегодняшней. С ночевкой на Кубани. Сомики. Значит, сомики у нас. 22 сомика. Вот кубанский нормальный. Русский сом, как его там называют, правильно. Караси. Пеленгас даже. Вот как пеленгас клюнул, вообще непонятно. Судачок. Так, что у нас тут? Караси для кота. То есть таранки насолили. Такой кювет. Прям там. Пойдет. 3 килограмма. Да, прям там насолили, потому что пропадет. И в холодильник сразу все. В общем, нормально съездили. Не жалуемся. Могло быть, конечно, и лучше. Сазанов крупных нету. Вот пару сазанчиков было. Вот они. На удочку прям. Ну, результатом, можно сказать, удовлетворены. Так. Место не палим. Кто знает, тот знает. Ребята, всем привет!